Священная война, темная ночь, от героев былых времен. Кажется, давно известные песни, а выстреливают каждый раз самое мирное оружие. В каждом из нас есть вот эти нотки, гены, наверное, которые помнят о подвигах этих людей, отдавших свою жизнь для того, чтобы мы могли жить под чистым мирным небом. Дополнили музыку стихи известных отечественных авторов: Юлия Друнина, Константин Симонов, Роберт Рождественский, Ирина Ширман. Те, кто не понаслышке знал о войне, мастерам художественного слова такой материал дался нелегко. Однозначно сталкиваюсь со сложностью, потому что, к большому счастью, невозможно понять и прочувствовать все то, что чувствовали эти люди. Но хочется с большим трепетом и уважением притронуться и попробовать понять, и, если получится, составить задачу немножко донести все-таки до зрителя. Режиссер спектакля уверена, говорить о войне нужно правдиво и проникновенно. Сегодня, в наше достаточно тревожное время, нужно об этом говорить, потому что наше совсем молодое поколение, подрастающее, оно немножко воспринимает войну почти как вот те самые игралки, в которые они каждый день сражаются. А надо, чтобы они понимали, что война – это очень страшно. Это кровь, это смерть, это боль, это невероятнейшая беда. Премьера состоится в филармонии 3 февраля. Спектакль планируют вести в постоянный репертуар. Юлия Матвеева, Алексей Еременко. События дня.